Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас из Томской области. Поздравляю вас с нашими общими экологическими праздниками. В этом году двойной юбилей. 50 лет Всемирному дню охраны окружающей среды и 15 лет Дню эколога. Желаю нам всем быть мудрыми, как будто нам 50 лет, и сохранять юношеский свежий взгляд, как будто нам 15. Мы благодарим жителей всего нашего Сибирского федерального округа, вовлеченных в экологическую повестку. При вашем участии высаживаются деревья в рамках акции «Сохрани лес». Вы убираете берега от мусора, участвуя в акции «Вода России». При вашем участии мы проводим «Зеленую весну» и поддерживаем Дни защиты от экологической опасности. Количество участников природоохранных акций только у нас в Томской области сопоставимо с четвертью населения региона. Поэтому желаем вам всем продуктивной работы, отличных связей с друг другом и дальнейшего вовлечения неравнодушных граждан в природоохранную деятельность. Успехов и всего самого лучшего!